период вынужденного простоя мы выкладываем видео, которые по тем или иным причинам не были опубликованы своевременно. Героем сегодняшнего репортажа является двукратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов, лидер сборной России Заур Угуев. Материалы были сняты на банкете сборной Дагестана, посвященном итогам Ярыгинского турнира, а также на базе сборной России в подмосковном Новогорске в период подготовки команды к чемпионату Европы в Италии. Заур, а ты запрыгиваешь на эту высоту? Вот где прыгучесть! Он мы застряли сейчас точно. Мы знаешь, что сделали? Посмотрите. Знаешь, что сделали? Застряли, мы сделали. Операция. Уходи, уходи. Опять четвертый, да? Она сломалась. Новорожденный сын добавил хлопот, да? Сейчас мотивация еще больше. Сейчас за него надо бороться. Мы сегодня летели в самолете с твоим тренером Шеми Шемеевым и разговаривали, он мне рассказывал, как ты раньше ходил на тренировки в детстве, да, как приходил забрызганными штанами, да, как, ну, жил в таких скромных условиях. Да, конечно, такое, чувство тренера говорил, такое и было. В детстве нелегкие моменты были, но через это надо проходить, чтобы знать цену успеха. Заур, я сейчас смотрю, ты не поправился, ты стал мощнее, мне кажется. Да? То есть, мне кажется, ты бы и на 65 мог бы попробовать. Не, переходить не будем, но 57, я готовлюсь. Как оценишь выступление сборной Дагестана и конкретно в твоей весовой категории? Там Ахмед Идрисов чуть-чуть ошибся в финале. Ты в этот момент, наверное, смотрел пристально, да, за это схватки? Ну да, я следующие схватки были, смотрел. В общем. Советы не давал через телевизор? Да. Так, может, было, но в общем, три золотые медали. Общие 18, по-моему, медали у нас. Хороший результат, думаю, никогда не было такого. У тебя есть уже чемпионство в Европе или нету? Нету, я три раза боролся, три раза проиграл. Думаю, на этот раз исправить, да, это черную полосу убрать. Это, тебе не хватает только двух медалей, европейской и олимпийской. Все правильно. Заур, а так вообще чем все это свободное время занимался? Кроме рождения сына, там помощи жене, наверное, да, еще чем занимался? У нас был второй. Катался на горных лыжах. Времени не было у меня, конечно, но должен был восстанавливаться после отдыха. Тренировался, потихоньку ходил себя. После сбора дома тренировался. Потом родился сын. Приехал, времени нет, уже на сборы пора. Да так, как-то восстанавливаемся. А желание съездить куда-нибудь отдохнуть на Бали, на Мальдивы не было? После чемпионата мира я-то съездил отдохнуть. Куда? Думаю, Дубай. Дубай, да. Сейчас пока не заслужил, пока что-то не выиграл, не поеду. Заур, кстати, всегда хотел тебя спросить, у тебя же твой же аккаунт в Инстаграме называется Угуев11. Да, а почему 11? Любимая цифра? Не знаю, как бы, когда первый раз сделали Инстаграм мне, так и написано, так и осталось. Некоторые пишут либо свой вес, либо любимую цифру. А, нет, такого. Заур, я видел еще по фотографиям, вы частыми гостями были в кафе «Барбекю», если не ошибаюсь, там, Хасаном Бадрудиновым, Гаджимурадом Рашидовым. Кто-то мне сказал, что больше всех кушает Гаджимурад, это правда? Да, Гаджимурад. Гаджимурад за троих нас, за двоих кушает. Иногда надо распускать весь, а где нужно, надо придерживать. Я так понимаю, у вас еще будет, наверное, часть вот этого сбора посвящена подготовке домашних заготовок с Владимиром Гигамовичем, да, на чемпионат Европы. Да, Гигамович уже, наверное, соскучился по мне.